Итак, привет всем, с вами я Кирилл, и мы начинаем проходить Resident Evil 4, у нас уже второй сезон, 12 серия. Хочу сказать, пацанючек, мы уже догнали первый сезон, догнали по сериям, там было тоже 12 серий. И я так думаю, что уже даже перегоним его по сериям. И сейчас будет небольшая частичка первого сезона в плане врагов, это будет у нас Ганадос. И мы, собственно говоря, продолжаем ковылять. Сейчас я секунду пошел, я сейчас поставлю на паузу и засеку секундомер. Засеку, просто телефон у меня заряжается. Сейчас секунду, чтобы времени не терять. Итак, все, я засек секундомер. И мы продолжаем. Хочу поговорить с тобой вот о чем, пацанючек. Хочу тебя кое о чем спросить. Сейчас я этих убил. Секунду. Итак, о чем я хотел тебя спросить? Вот о чем. Делать ли мне прохождение дополнения Resident Evil 4 за Аду Вонг, развилка пути, там задание Ада? В общем, ты скажешь мне, когда будешь смотреть, делать мне или не делать. Ты сам скажешь? Ну, 50 на 50. Я думаю, что ты скажешь нет, не делать. Это я так думаю, вот, чисто. Или ты скажешь, вот зачем, я же тебе проверяю, что ты прошел Resident Evil 4, именно вот эту часть, я тебе проверяю. Как ты пойдешь на профессиональную, на специалист и так далее. А все это одно и то же. А не как ты пойдешь задание ада. Так что, наверное, ты скажешь нет. Мне так лично кажется. Или может ты скажешь да. Ну, в общем, это твое дело. В общем, ты же меня просил. При перезагрузке вагонеток питание выключится автоматически. Да, сейчас будет надо провернуть такую одну небольшую махинацию. Именно такие части Resident Evil, как 4, 5, Revelations и так далее, состоят именно в основном не из головоломок, как первые части, а именно из махинаций. Именно махинации являются их источником этих головоломок. Этих развивать не будем, потому что их потом можно с помощью этих, ну вот этой вот зажигательной хрени сбить. За нас будут набегать Ганада, наши старые добрые нелюбимцы. Ох, как чётенько, прям чётенько. Мы его прям с ним справились, держи. Лось тупой. Давай, падай. Да, вот тебе, на тебе. Будешь знать, как на нас нападать. А, чёрт, проклятие. Ух, прям как чётенько мы его... Давай, иди. Чё тут? Я первее, я Леон, как бы, сильнее, чего ты дружишь. Ну да ладно. Так, и чё ты мне сделаешь? Как бы сказал Столяров, а чё вы мне сделаете? Чё ты мне сделаешь? Я Столяров 2, на. Да, я Столяров. Блин, моги. Кстати, хочу заметить одну особенность. То, что когда... Ганадос, когда Леон стреляет на Ганадосом в колени, и они вот так садятся, на колени становятся, то Леон бьет ногой. А когда замочные дебилы так становятся, то он начинает через себя прокидывать. Кстати, вот одна небольшая особенность. И когда военные тоже будут в третьем сезоне, он тоже будет опрокидывать. Но если мы... увидели Ганадос сейчас, это не значит, что мы вернулись в первый сезон. Это, сука, не первый сезон. Это еще второй сезон до сих пор. Просто мы такой момент нашли. В общем, под землей там, в общем, эти Ганадосы заставляют работать. Вот мы их тут и обнаружили. Но они тоже могут немало вреда, конечно, нести, если так рассуждать. Не, ну реально, блин, они такие, блин. Не, ну замочные дебилы все равно. Они тяжелее проходятся. Нет, по-моему, тут не знаю, спаун какой-то странный, они спаунятся. Вот это вообще хлопушка, блин. И чё, мне с ними делать? Давай попробую запустить. А, надо подать сначала электричество к этому выключателю, а потом уже... Как говорится, действовать, да? По-моему, так. Ну,
да, хочу поговорить именно об этом, о том, что, да, в Resident Evil 4, конечно, не сделали режим, как в пятой части, чтобы можно было с одним пистолетом проходить всю игру. Но, не знаю, может быть, уже сделали такие версии, можно в интернете найти, которые, в общем, сделаны такие специальные версии, где сделали этот режим с пистолетом. Вот, кстати говоря, это... Не знаю, как называется, Пашок скажет, ты идиот, ты ошибся, это не петарда, это не хлопушка. Это динамит. Да, я знаю, Пашок, что это динамит. И не исправляй меня. Я знаю, что ты меня и так не исправлял, ты ничего сейчас не говорил. Потому что я в прошлом, я это и так уже знаю. Блин, а где она? А, ее надо опустить, точно. Ее надо опустить. Сейчас мы ее опустим. А, нет питания. Блин, нет питания. Ну ладно, сейчас. Эй, ты куда свои хлопушки свои пускаешь? Только не взрывайся, пожалуйста, в меня, ладно? Ты, конечно, очень хороший чувак, но я этого не одобряю. Я не одобряю того, чтобы ты взрывался. Так, сейчас. Секунду. С дороги, хрипун. Чего? Чего? Блин, Дон Сальвадор. Ненавижу его, если честно. Ё-моё, спасите этого варвара. Нет, это надо с ружья. Теперь мы их всех оптом сейчас убьем. Давай, набегай. Дрыщ. Ну, тут все дрыщи. Ну, да ладно. Он так быстро. Сейчас уже не получится, чувак. Я заставил запустить, короче, эту штуку и взять динамит и подставить ее. Все, мы ее опускаем. Ну, перемотаем, это ненужная вообще вещь. Что мы ее смотреть? Ну и что ты мне сделаешь, как сказал Столяров? На, Столяров, я хулиган. Я ворую оперативку в школе. Так, динамит ваших планов. Так. Ну отлично, отлично, динамит мне нравится. Все, мы сейчас его подставляем. И быстренько убегаем. Ну любой дебил знает, почему мы убегаем. Быстренько. Хотя, возможно, бы не отбавилось бы хп, кстати. Ну ладно, мы бежим дальше. Да, Пашенди, ты прав, я магом, конечно, это... пропустил. Ну ладно, ничего, я его куплю. У меня денег-то, в принципе, нормально. У меня 84 тысячи. Я накоплю, куплю. Ну, это, как бы сказать, можно за место большого инвентаря. Ну, мне реально нормальное место. Чё-то. Куплю магнум, бабочку. И нормально все будет. Сейчас будет такой один... Ну, не буду говорить, что это тяжелый момент. Это легкий момент. Потому что если я буду говорить тяжело, то я буду притягивать к себе смерть. Потому что лучше я не буду притягивать к себе четвертого всадника смерти, как из сверхъестественного. Так, мы берем все патроны. Хотя лучше мы так вот обежим. А, ну это мы... О, спрей первой помощи. У меня теперь их три, это рекорд. Это рекорд, мальчик. А, ну что я хотел еще сказать. Так, в общем, мы сейчас бежим сюда. И ты сейчас будешь говорить, мальчик, убивай их двоих. Но я не могу этого сделать, потому что у меня такой затроченный скид на тебя, чтобы убить их двоих. Я лучше одного все-таки с этой самой... В общем, одного я столкну в огонь. И не буду повторять это тупой ошибки, блин, повторять. Как раньше, когда он меня схватил из этой лавы, я помню, он меня схватил. Надо просто подальше держаться от этой лавы. Сейчас мы будем. Так, что мы будем делать? О, так, а пока он там делается, мы его.
паспорт, не хватай меня прямо из лавы, ладно? Я очень боюсь. Успел. Все, короче, он уже все. Штука закрылась, теперь можно по ней бежать. Так, ну теперь мы его убиваем по старинке. Только не пишу, что это позор, что я его не убил. Знаешь, Пашок, логично, что я его не убил, я из-за этого не смогу пройти игру, да? Что я не убил какого-то одного дебила, да? Это смешно. Вот помню, кстати говоря, я именно на этом месте растратил все патроны. Да, и, кстати, сейчас будет такой один очень такой дебильный момент, потому что скоро будут наши нелюбимцы-насекомые. Так я просто терпеть только не могу. Они просто так меня бесят, и вот... Но! Господи, я что, умер, что ли? Нет, я не умер. Степан ГТ так быстро не умирает. А что-то он не убивается, столько меня посадил уже. Что такое-то? Что такое? Почему он не убивается? Ой, крути, попка, давай. Ну, убивайся, что за бред? Я его делаю, вообще пофиг. По-моему, надо жать на F. Сейчас надо на F жать. Давай. Да. Либо на F, либо на пробел жать. Точно, либо на F, либо на пробел. Тогда попробуем ТМП. Конечно, можем сразу его с РПГ убить, но тогда мы потратим много денег на новое РПГ, чтобы убить мошку 2. Так. Мы залезаем, сбираемся, как говорится. Так. Сейчас, мальчик, секундочку, на секундомер посмотрю. Нормально мы проходим. Еще ни разу не запорюсь. Эта серия такая, на расслабончике чуть-чуть. Ну, не совсем на расслабончике. Блин! Блин, Пашок, у меня веб-камера упала. Что делать? Блин, теперь вот ее настраивать 2 часа. Короче, ладно, сейчас я настрою вебку и поставлю. В общем, поставлю пока на паузу, когда настрою вебку, там, чтобы было хорошо мне видно. Я возобновлю. В общем, я не знаю, видно мне или не видно, но я думаю, что видно. Должно быть, в принципе, видно. Должно быть. Ну ладно, просто не могу проверить, это бред. Не могу я проверить, видно мне или нет. Только после конца видео могу проверить. Так что это вот самое опасное, что нужно всегда ставить веб-камеру как положено. Блин! Ты что такое-то? Так, надеюсь, меня видно сейчас. Да, надеюсь, меня видно. Блин, достало уже, блин, срываться, блин, с места. Эта веб-камера тупая, блин. Вот если мне сейчас будет плохо видно на видео, блин, я тебя потом убью веб-камеру. Понял-то? Вот, соси. Все, давай. Вам этого дебила, короче. Надеюсь, в общем, меня видно. Ну, должно быть видно, блин, в любом случае. Блин, боюсь, он на нем все боеприпасы растратит. Это тупик. Это тупике, блин. Кстати, вот сейчас лучше траву использовать. Пошел ты. Тут либо пробел, либо F. Нажмем либо... А, нет, значит было надо на пробел жать. Блин, тупость. Неохота мне джойстик подсоединять из этого бреда. Не, подсоединю, не хочу я подыхать. Не хочу я тратить аптечки, боеприпасы. Лучше подсоединю от греха подальше, как говорится. Не, ну реально, от греха подальше подсоединю, потому что, блин, непонятно, то на пробел жать, то на F жать. Благо, что эти тролли уже будут последний раз, теперь такие тролли тут были. Ну, замеду за компанию Леона. Вот за компанию Ады они еще... Все. Джойстик самонастроился, и это благо. Так, все, в общем. Блин, вот потратили мы на него... В общем, тупости потратили. Да блин, я только не успеваю даже ничего сделать. Отойди от меня, даже не успел в тебя прицелиться и стрелять. Гомик тупой. Кстати, в этой серии, наверное, не будет никаких роликов. Кстати, да, не будет никаких роликов. Для меня это, как говорится, и хорошо, и плохо, потому что меньше работы делаю. Сволочь, мне надоел. Блин.
патронов нет. У меня нет патронов. У меня просто нет патронов. Господи, нет патронов. Пошел. Как, я же нажимал на 5. Что такое? Не, убил он меня. Ну, ладно, это хоть нормально в том плане, что я хоть попросту не растратил одно количество боеприпасов от ТМП, хоть это плюс в этом плане. Теперь хоть я знаю, как нужно его атаковать. Теперь главное сейчас очень хорошо действовать. Говорится, на ошибках учатся. Так что, ну, этот момент я не скажу, что он тяжелый, просто нужно тут, в общем, знать, как это делать тут все. В общем, вот в чем вот сложность. Так, все, вот они выходят. Давайте сразу открываем сейчас. Чтобы они меня это не убили. На самом деле они легко проходятся, но легкие, тем более, они легко проходятся очень. Блин. Вот эти, да, они вдвоем шли, почему-то это только один упал. На, хотя это было бы слишком халявно, разработчики этот момент, наверное, продумали, да, скорее всего. Да, вот тут, кстати говоря, лучше, конечно, сразу использовать синюю гранату. Потому что он слишком близко подкрадывается, и от него потом убегать 2 часа. Него. Блин, это, наверное, самый сильный остался, сука. Это самый сильный, наверное, если у него повязка на руке. Он реально самый сильный, блин. Лапа, кстати говоря, еще открыта. Все, она закрыта. Отлично. Второй раз мы уже, к сожалению, не сможем сделать. Я откуда у него повязка? Я не знал, что у него повязка есть. Вот он, блин, как говорится, мажор-тролль. Тролль-мажор, как говорится, да? Мажорчик такой, тролль попался. Ну да ладно, этот мажор сейчас мы его отмажорим хорошенько, кстати, да, мальчик? Надо было потом. Ух, он был еще и косой. Я не знал, кстати, что мажоры косые, но... Ну да ладно, пофиг на него вообще. Он идиот, это уже каждому известно. Но, кстати, лучше сейчас использовать травму. Потому что он может и убить. Как же он мне надоел. Ты будешь уже это? Наконец-то. Ну, что это такое? Это что такое сейчас было? Я вообще ничего не понимаю. Я нажимаю 5, а он ничего не делает. Что такое вообще? А, может надо отключить, наверное, этот самый, наверное, джойстик. Точно, блин. Попросту потратил я патроны, конечно. Ладно, буду, короче, пытаться с клавиатуры пройти. Ну а что делать? Блин, не хочу я подыхать, мне надоело, блин. Значит, я вообще-то как бы успевал, по идее. Этот дебил во всем виноват. Ну, иди сюда. Ну, быстренько.
10, да. Нет, ты не можешь меня схватить. Я Степан ГТ. Пошли, заметь. Это ружье чем-то похоже на АК-47 из Сан-Андреаса. Заметь, кстати. Давай, давай, скрипт, не подведи меня, пожалуйста. Ты, блин, скрипт тупорылый. Тупорылый скрипт. Блин, а что делать-то? Как мне убить, если постоянно, как я не нажму на любую кнопку, которая даже нужная кнопка, все равно не срабатывает. Я нажимаю на то, что надо, это то, что надо, не срабатывает. Это даже не моя вина в проигрыше, а вина уже скриптации этой тупой. Получается так. Либо моего джойстика вина, потому что это единственная надежда, и эта единственная надежда не работает. В общем, ладно. В общем, последний раз буду пробовать, и потом как-то буду. В общем, надо проходить все равно, ёб твою мать. Все равно как-то надо проходить это. Ну это стереально песик, ну а что делать? Поделать нечего. Нет, я лучше подальше. Просто так кидаем. Отойди от меня. Скотина отвали, как говорится. Сволочь, что с тобой делать? Ты охренел. Идиот. Опа, ты скотина. Блин, он мне поставил рядом. Рядом с этой хренью, которая еще до сих пор открыта. Сейчас меня чуть не заланшотили, тупая сволочь. Ах ты. Будешь подыхать? Столбал, я стреляю, вообще похуй. Да, кстати, лучше использовать аптечку, потому что сейчас все что-нибудь сделает. Этот тварь. Я отключил, кстати, на всякий случай, мало ли. Вот, видишь, надо нажимать. А, надо, наверное, нажимать на 3, да, ну точно. Моя вина, надо было на 3 жать. Точно, я за... Все, я все, теперь я не проиграю точно уже, я понял, как надо жать. Все, 100% я понял, что надо делать. Все, вот гарантия, что. Это моя вина была, просто там у меня же на джойстике перепутаны кнопки же, правильно? У меня на джойстике, короче, перепутаны кнопки, да? И там, в общем, я не знаю, как это объяснить. В общем, если сказано нажимать 4, значит нужно нажимать 3. Если сказано, что нужно нажимать 5, значит нужно нажимать 4, то есть наоборот. Значит, вот такая вот эта система такая дебильная. Она, кстати, мне тоже, кстати, бесит того. Ну а что делать? Отвали! Вот тебе. Будешь так насиловать, на. Все, тебе я понял. Обычно нажмите 5, да, это 4. 5! Все, это я просто забыл. В принципе, давно я жестика КТ уже не делал. Поэтому, говорится, в темпе машины так убиваю. Нет, сволочь, слишком он близко. Просто на него времени чисто нету. Да ты задолбал! И что делать? У меня аптечек нет. Что мне с ним делать? Сволочь такая. Не, ну конечно можно, конечно, победить.
Надо очень-очень аккуратно. Постоянно на ту лестницу лазить, конечно. Потом постоянно его добивать. Блин, я до него вообще добежать не успею. Давай, Леон, успевай. Давай, Леон, ты должен успеть, понимаешь? У тебя нет аптечек, ты должен успеть. Хотя, может, у меня есть аптечки, может, я перепутал. Может, у меня просто иллюзия такая. Нет, нет, реально нет. Блин, фиговая, конечно, ситуация такая. У меня последний шанс есть. Ой, блин. Это, кстати, интересно, даже их кстати, отбавляет, когда он так трясет. Все пусто. Конечно, может с РПГ его убить прям сразу, но надо на Салазара. Блин. Давай, Леон, ты должен не проиграть. Понимаешь, ты должен не проиграть. Понимаешь, такое? Может отличить еще проиграть от не проиграть? Ты должен не проиграть, понимаешь? Да, я понимаю, этот дебил тяжелый, ну а что делать? И он не хочет подыхать. Но он будет обязан подыхать. Когда мы его прижмем к стенке. Хотя просто прижмем вот так его к стенке, понимаешь, по сторонам. И где он? А, он трясет. Просто прижмем этого, сукина сына. Блин, ну что он не хочет подыхать? Все. Так, теперь надо очень-очень аккуратно. Это как? Уже три раза прошло. Он должен уже был сдохнуть. Вот гад, а? Разработчик, ты сволочь. Я на тебя надеюсь, думал, три раза надо сделать. Это даже больше трех раз. Ты идиот? Ну вопрос тебе, разработчик тупорылый. Ты идиот, я могу сразу сказать. Я надеялся уже. Думал, что реально его победил. А мне надо еще раз что-то делать. О. И так вот 2 часа уже с ним уже играю. Хочу домой, в реальность. Отправь меня, пожалуйста, туда прямо сейчас. Не проигрышем, а выигрышем. Блин, ну что у меня аптечек нет? Ну было 3 аптечки, 3, все закончились. Ну как так? Естественно, это тупого, блин, назначение кнопок. Я ничего с этим поделать не могу, мальчик. Да, вот, Леон, ты ранен. Ну, используй свое второе я. Леон, ну давай, ну не подводи меня, ну пожалуйста. Это что у меня? У меня нет патронов. Придется использовать на него. Нет, слишком рано, слишком поздно. Он будет перезаряжать, он уже его. Да, это реализм называется. У меня, конечно, есть патроны от Магнума, но... Только у меня самого Магнума нет.
ты, блин, задолбал ты уже бежать. Давай, дай мне тебе победить быстрее и быстрее пойти, блин. Не беги больше на меня, все просто иди, понял? Я волнуюсь. Ну, надоел же бить уже, бить. Давай, все, да, позови последний раз, все, давай, сейчас тебе быстренько. Последний раз. Ну, идиот ты, что ли? Наконец-то. Так долго побеждать. Блин, кнопки перепутал. Ну отлично, блин. Кнопки еще путаю. Надо запомнить, что 5 это 4, а 4 это 3, блин. Неужели это сложно так запомнить? Уже 33 минуты, но опять я задержался. Ну вот опять на каком-то дебильном моменте. Я не думал, что я на нем застрял, но я просто так не думал. Оказалось, что я застрял на нем. Ну отлично, что делать? Мне это бесит, блин. Я вот просто вот бесит не могу. Ты быстрее, бери, все, быстрее, побеждаем. Даже время-то идет, я все-таки понял, там, вместе. Ну, пошел ты, блин, не получится на этот раз. В эту жопу раздоб, вот это так же подыхаю, понял? Ты меня понял? Меня понял, скотина? Тупая скотина, ты скотина, ты нахал. Это все твоей маме расскажу. Ты очень плохой мальчик. Иди ты. На. Ты подыхать будешь? Даже у меня к тебе один очень простой вопрос. Ты будешь подыхать? Я отвечаю. Да, ты будешь подыхать. Потому что я так захотел. Все, давай, ты мне сейчас быстренько. Наконец-то я наловчился. Сволочь такая. Дичь, дам. Это я, блин, трое, а ты, блин, будешь. А ты мой раб. Я вот тебя сейчас буду дрессировать. Ты мой песик, иди сюда. Иди сюда, песик. Иди сюда. Я злой. Я убью тебя. Не попал, ты косой, потому что я твой хозяин, потому что же мне подчиняться. Как Пипа Про, кстати, Шреддеру, понимаешь, ты мой песик. Песик, ты должен быть на поводке, я тебя случайно выпустил. Но я тебя настигну тебя на поводке. Твоя злость. Просто непоколебима просто, понимаешь? И ты, во-первых, еще косая лалка. Блин, ну это фигня, на самом деле. Получай. Ну ничего, все нормально. Так. Ты косой. Знаешь, у меня тебя это самое, одно утверждение. Возникает только одно слово. Стохни, сволочь. Песик мой дорогой, ты мой пивостик, я тебе сейчас буду подыхать, Давай, держи меня, ты своему хозяину, давай, не гибай меня. Ты всегда плохо учился, сынок. Давай, иди сюда.
На! Падыха! Это фигня, да, на самом деле это фигня. Ну, давай. Всегда плохо учился, мой сын. Блин. Ох, он еще и косой. Правильно, я же хозяин, он все должен косить. Хозяин, нам все должны косить. Я хозяин. На, падыха. И все, ты лох, ты лох, ты лох. Все, лошок, ты сдох, давай. Я на тебя свое время потратил драгоценное. Витик, нужно обращаться к хозяину, хозяином своего песика. Логично. И сохранил, зато потом и сохранил. И то плюс. Это хорошо. Ну все, собственно говоря, убили мы обидчика и идем, собственно говоря, дальше. Вот как надо быстро реагировать на песиков, на очень плохих и задорных песиков. Так, и что я хочу сейчас сделать? Дальше у нас будут насекомые, но мы, к сожалению, я планировал с ними в этой части встретиться, но так как я задержался в этой части, планирую с ними встретиться в следующей серии. А сейчас мы пока идем сохраняться. Заодно, наверное, и купим магнум. Да, довольно тяжелый момент. Ну да, надо очень быстро реагировать, очень быстро. Да, да. Реакция, конечно, что-то о многом значит реакция. Надо очень быстро реагировать. И это я понимаю только тогда, когда прохожу уже с третьего или с четвертого раза. Ну, поделать нечего. В этой части не было таких роликов, но зато хоть что-то хоть было. Так, давай. Сначала продадим. Можно продать. Корона. Да, купим, наверное. Купим, наверное, да. А, погоди, а где? Страйкер легкая. Вот бабочка. Уважаю бабочку вообще. Хорошее такое оружие. Все, да? Лекарство у нас. А, ну мы их и не потратили. Вот сейчас мы, наверное, бабочку-то и прокачаем. Все, отлично. Бабочка у нас есть. Отлично. Уважаю бабочку. Все, теперь сохраняемся. Следующая серия будет довольно тяжелой, так как будут эти насекомые. Но, надеюсь, я ее пройду. Потому что я Степан ГТ. И Степан ГТ, потому что я Леон. А Леон это очень кто? Правильно, Степан ГТ. Значит, я Степан ГТ. Ну все, опять мы на этом же месте сохранились, где и в 11 серии. В общем, это была 12 серия. И начиная со следующей серии, мы уже догоняем... Нет, не догоняем, перегоняем первый сезон сериала Resident Evil 4. А это был у нас второй сезон, 12 серия сериала Resident Evil 4. Всем удачи и пока, по Шенди и по Санючек.